Кризис ревности разрастается. Эсма приглашает Бурджу в особняк. Фарук и Сурия, пытающиеся смириться с увиденным, еще больше усложняют свои отношения. Поступок Эсмы вызывает скандалы, следующие одна за другой, а Фарук оказывается в неожиданной для себя ситуации. Адим, столкнувшись с вещами, которые не хотел видеть, проявляет необычную реакцию. Гость, пришедший в особняк, приводит его обитателей в движение. 29-я серия выйдет в эфир 15 декабря в 20:00 по турецкому времени на канале Star.